Саша, а что если он нас сейчас сожрет? И Мурку вместе с ним? Что мы делать будем? Кобзданом! Плохой у нас окоп! Да не, Шарик! Да ну быть такого не может! Не переживай, Шарик, сейчас я разберусь с этим котом-кэтом! Блин, гад, Мурку стырил нас! Шерлок, ты что забыл? Батю положили в больницу. Блин, точняк! А у меня тут такие траблы! Даже не знаю, что и делать! Шерлок, какие у тебя могут быть траблы? Что, покушать хочешь? Если пожрикать! Да нет! Мне тут только что Шарик звонил! Представляешь, Котун Кэт ночью нашу Мурку украл! Какую Мурку? Я таких не знаю! Ты чё, вообще лошарик? Соседская Мурка, подруга моя, чё, забыл? Так вот, Котун Кэт ночью её в сумку, вернее, в мешок и в лес поволок. Шарик сказал, что видел следы и слышал, как она мяукала, кричала: «Спасите, помогите!» Блин, Шерлок, что, реально? Конечно, реально! Не виртуально же, блин, чё мне делать? Может, это в интернете позырим, какая-нибудь информация есть, как выдал... Спасти мою Мурку! Ну пойдем посмотрим, что можно сделать. Да, Шерлок, ситуация серьезная. Значит, нам нужно подумать, что можно сделать в лесу, да? Давай все детали, что тебе Шарик рассказывал. Так вот, первая деталь. Было глубокой ночью, в 12. Ну да, уже было темно. Вторая деталь. Шарик видел, как Котун Кэт в мешке нес что-то, и оно мяукало по Муркину. По Муркиным, ага, значит, она была в мешке. И третья, уже не в лес. И это вот, Саш, давай помогай, думай, как спасти мне Мурку, я же без нее умру. Со скуки, она же моя лучшая подруга, она все сплетни мне про всех рассказывает вечно. Первым делом, Шерлок, нам нужно подготовиться. Ну что нам подготовиться? Что надо? Что, план нужен. Какой план? Батя всегда берет нерф и идет в лес, и ищем мы там этих, то сиреноголовых, то котонкретов. Бери нерф и пошли, короче. Ладно, я понял, а нерф какой батя берет? Да берет такой, который водой стреляет. И котонкретов тоже с сиреноголовыми уменьшает. Все, я понял. Нужно сделать зелье для уменьшения котонкретов и идти. Ладно, пошли скорее. А то еще сожрет мою подругу. Ну что, Сань, приготовил зелье? Все приготовил, Шарик, пойдем уже. Пошли! Так, Шерлок, ты охотник. Вынюхивай его след и веди по следу. А то я его сам не найду. Ладно, я понял, пошли! Так, Саша, видишь? Вон туда ведут следы и запах. Побежали скорее! Побежали! Так, здесь Шерлок? Точно сильный запах. Так, пошли дальше. Правильно мы идем, Санек, правильно! Соню, кажись, туда надо идти. Да понял я, идем. Давай быстрее, еле чешешь. Тут снега много, Шерлок. А, стой, Шерлок, я слышу мяуканье. Ты тоже? Подожди, да прислушаюсь, точняк. Походу, вон в ту сторону идти надо, оттуда звук, пошли скорее. Да, я и сам слышу, что где-то в той стороне. Пойдем. Ой, слышишь, вот здесь. Ух ты, стой. Шерлок, смотри, какой след большой. Ага. И тут такой большой. Слышь, походу мы почти добрели до Котунгета, Санек. Пошли, только как мы Мурку зовем, я не понимаю. Да сейчас что-нибудь придумаем, не ссы, идем. Санек, смотри, кто идет. Ложитесь, нас засечет. А ты куда пошел? Давай назад. Да я тут, видишь, в траншее ж у меня. Видно не было, холодно мне лежать. У тебя-то куртка, у меня нету. Так, пускай ближе подойдет. Я к нему немножко подойду. А ты сразу пли, хорошо, чтобы уменьшился. Хорошо. Я подошел. Санек,
думаешь, он уменьшится? Если я попадаю, он уменьшается, да? Ладно. Уменьшился, видишь? Пойдем, Шерлок, пойдем. Давай быстрее подвигай. Давай, Саюк, скорее. Шерлок, смотри, какой он огроменный. Да он кнопка. Мне ж по колено. Ты давай рассматривай, где мешок, а я буду настреливать, может, еще какие-нибудь катункеды придут. А где мешок? Здесь нету, Шерлок, никакого мешка. Шерлок, нету никакого мешка, ты чего напутал? Блин, точняк, нету. Слышь, может, это Шарик что-то перепутал? Эх, Шерлок, Шерлок. Может, Шарик реально что-то перепутал. Пойдем ему домой позвоним. Блин, а с этим катункедом что делать будем, а? Да что, Шерлок, он с таким ростом сделал, сейчас я его еще уменьшу. Все, видишь, уменьшился, зелье закончилось. Пойдем домой узнавать. Шарик перепутал, наверное. Пошли, этот шарик, лошарик. Может, он перепутал сиреноголовым катункетом? Ох, сейчас я ему дам. Давай уже свой номер Шарика. Я с ним нормально поговорю. А то ты разговаривал, какую-то фигню нес. Ладно, так и быть. Звони ему сам. Шарик, давай рассказывай, что по делу. Кто кого украл и куда занес? Сиреноголовый утащил Мурку? Блин, Шарик, а ты мне что сказал? Катункет! Ну ты, лошарик, Шарик! Ладно, Шарик, все понятно с тобой. Все ты напутал. Будем думать, как этого сиреноголового Шумурку спасать. Эх, ладно, вы были на канале про Шоупэт. Ставьте мне лайки и не забудьте подписаться на мой канал. Всем понятно? Пока-пока. Ох и Шарик, лошарик.